Санкт-Петербург. Аплодисменты. Много, ну не очень много, но, скажем так, продолжительное время знакома с Леной. Она даже считает меня своим продюсером. Лен, спасибо большое. Я ну, говори. Что я могу сказать тебе в ответ? Музей Шансона награждает памятной юбилейной медалью 10 лет музея Шансона Елену Тишкову. Даже об этом сам не знаю. Ну, сейчас медаль воочию все увидят. Правда, белка, конечно. Но всегда на сайте можно посмотреть. Я думаю, муж, который сейчас снимает, он меня простит. Он рад за меня. Спасибо большое. Я тоже, в свою очередь, хотела сказать огромную благодарность моя в том, что Владимир Степанович делает, я считаю, очень большое дело, это, конечно, много, а он очень много сделал. Вот для меня конкретно он очень много сделал, спасибо ему огромное. Ни за что, ни почему, просто спасибо. Спасибо, Санкт-Петербург. Спасибо, Елена Тишкова.